Пожары в соседних районах стали причиной задымления в Якутске, сообщает департамент по лесным отношениям республики. Леса горят в Горном, Усть-Алданском и Намском улусах. Площадь возгораний составляет 149 гектаров. В ведомстве уточняют, что природные пожары, действовавшие на площади 990 гектаров в Мирнинском районе, удалось ликвидировать. Сложная ситуация в Горном улусе, но информация, опубликованная сегодня в некоторых изданиях о том, что огонь угрожает районному центру, не соответствует действительности.